Бладистанская братва, я думаю, вы дождались. В принципе, как и я, наконец-то возвращаются ваши любимые реакты. Наконец-то будем просматривать видосы. Все то количество, которое накопилось, там очень многие ребята уже повыпускали контента. Вы постоянно просите, ну, как бы немножко было не до этого. Но сейчас я решил вас порадовать немного контентом. В этом месяце, я думаю, буду подзавозить чуть ли не каждый день. Посмотрим по мере возможности. В общем, прожимаем лайкосик, братишки. Наконец-то контентик. Подпокушать, с деньком, подзарядиться позитивчиком. Почему бы и да? Погнали посмотрим. Левша обосрался, выпуск 13. Предыдущий мы смотрели, был балдеж. Здорово, танкисты, всех традиции. Приветствую, с вами Левша. Жмем. И у нас сегодня лайкос. Кусок 2685. А, как говорится, танчик хороший или не очень, мы узнаем 2685, ох, у меня от него пригорало не слабо. Бра. 385. Еще, кстати, слабо дал. Я дурак. Дядь Петь! Дядь, ты дурак? Я хотел фугасом в жопу пробить его. Пробил. Бля, я обосрался, называется, да? Левша. Но вот это обидно было на самом как деле. Как вы думаете, какое самое достойное занятие для мужчины? Метать копье. Ведь настоящий мужчина — это в первую очередь охотник. Древние ацтеки даже воздвигли статую воина с дротиком в руках. Ставь лайк, братуха, если у тебя тоже наследие. Этот же, он Галилео, да, вот эту передачу вел. Ну, кстати, лучше, чем у него, не получалось ни у кого. Вот все, что новые там начали делать, это такая шляпа. Жми лайк, если тоже смотрел. Как? Почему он все пробивает еще? Бля, это он даже не доконул маленькую хуйню какую-то. Блин, размолотил его мелкий красавчик, хорош, хорош. Диман, передай привет деду с тундры из фильма. Есть мнение, что только они играют ББ и ранговые. С уважением. Отлично. Броня гермафродита. Да блять, я не могу на этом говнище играть. Я не могу. Я... Кстати, мне реально тоже не понравился этот танк, вот без шуток. Мне реально, вот многие говорили, что он имба, но мне что-то он вообще не зашел. Поехал куда-нибудь в сторону. Ну, это дартс для детей. А сейчас я вам покажу игру для настоящих мужчин. Приготовились! Поехали! Настоящих мужчин. Согласен. Только настоящие мужчины дарт так играют. Тут, конечно, как сказано, так и сказано. Сказано как ртом. Сука. Я наехал на эту херню, она меня, блядь, понесла. Она меня понесла. Кстати, неплохой такой стоп-кадр. Ну, первый бой, так сказать, здоровье. Здоровье. Ай, бля, спасибо. Здоровья. Здоровья пожелаем Бладе. Бладе здоровья. Можете, ребят, в комментариях мне здоровья пожелать. Что, бля? Оно спойлерит мои фразы, это только что я сказал. Что за шиза? Хорошо. А вот это плохо. Nope. Это типичный чип, если честно. Блядь, ну дай игра, дай, пожалуйста. Для одного уже сейчас глаз дергаться от этого чипа начнется. 330. Минималка, по-моему. Средневековый. Сколько можно? Это, по-моему, самая жесткая минималка, да? Блять, ну 330 альфа, ну это пи***ц какой-то. Не попадание, рикошет, потом альфа 330. Nope. Чё, ну серьезно, что ли? Ну, блять, да. Ну как так? Это, ну, это нереально просто. Боже мой, а мне же еще с этой... Он-то с этой болью закончил уже, а мне еще предстоит. Ну, ты слышишь, 17-6 есть. Ох, предстоит. КД, это, ну это очень много, типа.
А стрём, он любит попереключать здесь снаряд на этом танке, да? Не надо, дядя! Ах, блять, этот... А это... Да, а мне прям нравится вот это. Мне прям, сука, нравится это, блядь, это попадание по светляку. Нравится мне, как потом говорит, как люди суетятся, пожарки ездят. Которого должно унести, блядь, снарядом просто. Не пока еще. В дом его, блядь, топтать. Да... Сколько можно, ёб твою мать, блядь? Бля, жалко, мне турбонагнетателя нет. Ну все, это победа, короче. Ну главное теперь не стрелять. Блин, мне бы, знаешь что, мне бы 4 шеврона как-нибудь урвать. Да-да. Ты ебучий, ты закатал. Это, кстати, дед из Одессы, кто не знал. Ёб твою мать, нихера их там повылазило. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага, забрали. 4 шеврона, кстати, выдают, ребят. Давай, подставляй лампасы. Nope. Там здесь пиздец. Давай, погоны. Nope. 3 не пробитие, блядь. На погоны по шеврону. Каждый скинулся. Все, пиздец там. Каждый скинулся по шеврону. Вот это типичные ранги, да. Твои сзади обходят, они просто толпой вкатывают. Так. Nope. Бля, 4 снаряда не пробил. Пиздец, играл. Мне бы 4 шеврона как-нибудь урвать. Бля, 4 снаряда не пробил. Да, на батчате в рангах это еще, конечно, то удовольствие. Чё? Куда снаряд? А! Первый снаряд просто в скалу, да, улетел? Ты пошел нахуй этот варгейм с своим точностью. Так, уважаемый Дмитрий, зарплата в этом месяце отменяется. Да, блядь, ну он на качелях дает мне шот? Я выхожу, не могу ему дать шот. Да и пиз, блядь. Вот у меня примерно такой же гейплей на этом танке, на этом МБТ. Блять, сука, удали, блять, его с игры, пожалуйста. Кто там блядь, придумал его? Не могу. На голде, без голды. И это последний, я тебе серьезно, ну. Я, может быть, на Европе там буду X2 сбивать как-нибудь этот танк. Нахуй я его на Европе купил? Бля. Ну да. Какой вопрос, такой ответ. Оу, обидно, наверное. Какой-то. О, да что ж за невезение такое? Нравится мне, как вода гореть. Как люди суетятся, пожарки ездят. А мне по приколу. Охереть, чувак. Прикинь, просто барабан один разрядил на 2К. Там базик, наверное, аж пятки себе обосрал. Это же не про меня все. От счастья. С карты еще не повезло. На! Так, я надеюсь, за эту музыку YouTube не забанит. Хотелось бы верить. Какую я беспонтовый. Слышишь, мне нравятся подарки. Сейчас, блядь, тебе будут подарки от Wargaming. Подставляй шире. Ёб твою мать, нифига, там баджер, ля-ля-ля, баджер там быкует. Ёб твою мать. Да все, я отсосал, блядь. Ёб твою мать. Какая песня, Дёга, вот эти подарки. Чисто подарки, ребят. Блядь, я не могу. Просто какая-то говно. Как передать боль через экран? Я просто нет слов. А тут что-то просто не летает, это пизду, блять. Ох, сейчас он впитает. Ох, он впитает. Ёб твою мать. Кого ты, блять, обманываешь? Ну зато кранваген проехал. Идеальный, просто, вот идеальный, вот сейчас вот идеальный придумать. Этот раз заезжаешь на гору, просто всех перемалываешь. Подъезжаешь сюда, от башки всех перемалываешь. Но он решил сюда поджаться.
Охереть, он реально поехал? И в него. Нужно умирать. Не успел. Ать! Ёб твою мать. Дорогой мой, вам пиздец. Дорогой Охереть. Дневник, сегодня этот день был слишком сложен. Ёб все, твою мать. Ёб твою чёрта. Это вообще... Это просто нереальная боль. Это нереальная боль. Боже, как же я чувствую вот каждый такой момент. Это не... Просто когда ты уже миллиард лет делаешь эти отметки, вот ты вот каждый этот момент прочувствовал на себе по миллиарду раз. И оно просто как, струнами на амфоре отзывается, знаешь, в глубине твоей души. В плюс, правда что? Прям вот в плюс пошла? Нет. Я ж перепугался нахуй. Его реально аж дернуло. Испугались? Перепугался нахуй. Сука, это так прикольно было. Вечно смотреть можно лишь на три вещи. Как горит огонь, как течет вода. Ёб твою мать, как же долго он сводится. Как сводится ВЗ-114. Как же я не видел это говно когда мне. Блять! Китайская точность. Смешно, его скукожило. Или под раз скукожило. Если вы готовы играть на танк... Хотя когда уж шире. Ладно. Да не, ну это, блядь, невозможно, сука! Танки. Это командная игра, и правильно выбранная стратегия на матч – залог успешного выступления. В этом да-да. Видео вы увидите, что такое настоящее понимание и чтение ситуации. Z3 прокатывать, СТП убивайте, дальше едете, вас КП подавляют. Я КД, я проезжаю дальше. Нужно поджиматься под них, чтобы СТП убивал дальняк. Давай. Грань, живи, стил, контроль, грань. Кстати, всё, он начнёт, лучше не надо. Кажется, всё. Кажется, всё. С моста. Блядь, я разбился. Нормально. Я разбился. Вылет, я помогу. Сил, убиваем этими, да выгодцы нас перепушат. Иди за камнем, когда... Да пол, всем пол, играйте. Что ещё может сделать лежащий на боку танк? Спросите у левши. Спросите у левши? Нифига себе. Прикольно. Видишь, правда. Слышь? Я, подожди. Подожди. Здоровья пожелаем Бладе. Бладе здоровья. Можете, ребят, в комментариях мне здоровья пожелать. Можете, ребят. Ну, в общем, вы поняли. Все, ребят, спасибо огромное всем за просмотр. Я надеюсь, немножечко это видео приподняло вам настроение. Прожимайте лайки обязательно, комментируйте. Постараюсь больше так с этой рубрикой не затягивать. Бэ-бэ.